Друзья, сегодня мы опять будем рассматривать решение того, как нам запустить наше приложение HD Video Box, чтобы оно работало. Либо это же будет с помощью зеркалов, либо же будет с помощью просто перехода по ссылке в закрепленном комментарии. Вы сможете скачать данную программу рабочую. Поэтому досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Ситуация заключается в том, что не всегда вам нужно будет вводить принципы зеркала, вам достаточно перейти в Google, просто найти необходимую информацию. Если у вас сейчас апрель месяц, ищите за март или за апрель приложение, и вам не нужно искать зеркала. Но если вам уже не понадобится, все в этом видео для вас будет. Поэтому давайте посмотрим, как сделать. Сейчас мы с вами посмотрим, работает ли у нас HD Video Box. Это то решение, о котором я вам говорил. То есть любой фильм, который мы можем включить, мы его просто запустим. Да, он может какое-то время грузиться, возможно, создает какой-то небольшой дискомфорт, но оно работает. Куда бы мы ни перешли, вот, нажмем на этот момент, посмотрим то, что фильм воспроизводится, и никаких трудностей нам не дает. Как видите, загрузка пошла, фильм идет, проблем нет. Дальше. Перейдем там в какие-то закладки, то, что я смотрю, допустим, чтобы это не было какой-то сериал. То есть полноценно работает. Я не думаю, что здесь есть какие-то нюансы, потому что можно сказать, что это не работает. Это все работает. Можем включить фильм, и полностью нас будет удовлетворять вариант, то, что это работает. Абсолютно. Фильм идет, фильм грузится, можем перемотать. В общем, как понимаете, все это дело работает. Все будет зависеть, конечно, от вашей скорости интернета в первую очередь. Да, все работает. Выйдем. Давайте теперь посмотрим уже к техническому плану. Нажмем настроечки, перейдем в блокировку и увидим то, что у нас есть зеркала. Эти зеркала, которые у меня здесь прописаны, вот на резку и на FilmX, я оставлю в закрепленном комментарии. Все, чтобы вопросов не было. Что касаемо версии приложения, это 2.31. Вот, как можете видеть, точно так же ссылочку на приложение я оставлю. Перейдете, скачаете, и вам даже не нужно вводить зеркала. Но если будет нужно ввести, конечно же, вы их можете увидеть в закрепленном комментарии. Вот, в принципе, и суть вопроса. Приложение работает. И ситуация решена. Все, решение есть, ситуация решена. Напишите в комментариях, положительно ли у вас это прошло, помог ли я вам. Конечно же, можете помочь донатом в описании. Все есть данные для того, чтобы поддержать мой канал. А для этого подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.